Так, значит, по SS-ам в руки друиды тут, в принципе, экстензион по КД, если вот леди бьем, на Димикса, по ревит, на Войда по КД, трибал на Элю по КД, ловикойл на Нарте по КД. Всех друидов засейвил. То друиды разъебут, печально будет. Так, Бами, тут от нестойки заходишь, ты тут. Да, я зашел. Все, никто там не ставит патчи никакие, рыба у всех есть. А, Халуки, дай столик, блядь, что я без штучек. Так, я пока все еще ставлю. Ну скажешь, как готово быть. Вот 8, 100 штруделей возьмите, чтобы жрать по КД. Кулак, там вот эту всю хуйню обновить, чтобы все было, все три бафа. Что там? Заходит она, нет? Ну, она загружается, уже загружается. На 300 пинка-то еще можно играть. Что, прогрузилось тут что за? Так, масло ебану сейчас. Все. Проверка и будем Сейчас, проверять. подожди секунду. Клау, что-то мне опять. Сейчас я включу Клау. Норм. Айгот, синий Лексион. Лексион. Да-да, сейчас. Ну, все, можно, в принципе, пробовать. Дает что-то. Припоты пьем. Че за хуйня? Хэви полетел раньше. Подышу. Милики, убейте справа. Димы с резой драконом. А с кулаком пристебав. Трэш бьем. В рейд ушел. Трэш пьем.
трэш бьем очень сильно, после этого трэша босса переводить. Секунду, контроль. Контролим. И по боссу максимально. Контролим, обновляем контроль. Лок не законтролен, луна почему. Вышли служи, контролим. Босса переводим. Пул по боссу все. Вышли с контроля, переводим босса. По боссу дохуя. Поможем все быстренько. 10 секунд есть еще. 7 секунд. 6, 5, 4, 3. Все, стопнули по боссу, повернулись на трэш. Иди стойки, беги. Напуливай. Контроль, 5 секунд. Забираем мобов. Помогаем. Все, весь рейд без исключения в мобов. Леди, сведите оттуда. Души, души. Духи в центре, бежим. Ну почему квадрат? Пообновишь по квадрату контроль. Захиливаемся. Бежим, духи. Отлично. Значит, сейв. Значит, букмастер сейв. Духи побежали. Следующий трэш везде. Фул играем, внимательно смотрим. ДПСа хватит, только делайте тактику. Spirits. Духи в центре побежали. С центра отошли. Лизона, все бежим, сука, без исключения. В трэш, в звезде. Повернулись, фул ДПС, все. Милики, хуилики, все в трэш. Spirits. Дух. Возле совы беги. И в звезду летит дух, беги. Контроль фул даем. Spirits. Контролим. Духи побежали. Банка зафиксируется. Так, значит. Или. Spirits. Духи в центре побежали. Один центр босса бежит, один ромбик бежит. Кого? Значит, ресой. Spirits. Ресой. Эйк. Айгода ресаем. Возле босса, возле босса. Айгод, вставай, щиток ему. Быстрее вставай, щиток. Щиток. Попадал. Вот сколько пока пускай полежит. Работаем дальше. Трэш в кружке, весь рейд повернулись. Контроль, фул контроль все даем. Быстро-быстро контроль. И обновляем. Один раз дали выход, второй раз. Нарти не сдохни. Контроль обновляем второй раз. Летя диспелим. Так, встал, хорошо. Далти имер Нарти. Дамажим. Духи. Центр летит. На леди летит дух. Милики танки, вы тоже бегаете, блять. Не проебите это. Spirits. Духи новые появились. Звезде два духа. Два духа из звезды. Бегу по съебам оттуда. И в леди дамажим босса. Spirits. Так. Дух возле звезды. Летит вот на лестницу. И в трэш играем. Весь рейд. Лукет. Так. Трэш играем. Трэш играем. Ну что, блять, бичи, айгод, баран, нахуй. Нахуй ты духа хлопаешь, сука. Два духа, бежим. Просто, сука, уёбок. Просто, сука, хлопнул, весь рейд сдох. Просто минус 7, минус 10 или сколько это, нахуй. Хули ты бежал? А, понятно, нахуй. Падаем. Простой пример вам. Просто вот один дух, минус рейд сразу. Падаем, да? Да, падаем. Лутаем духов быстро. Хули ты бежал? Чё ты, блядь, мне там рассказываешь? Рэл, спекни меня в хила назад, так будет, по-моему, лучше. Я могу из хила также кидать смерчи. Тут у меня толку ноль. Ну, спекайся. Ну, а почему ноль? Ну, я хуй знает. Потому что урона нет у меня. А так хотя бы... Ну, а как 9 тысяч-то было? Хотя бы 6 тысяч, не знаю, должно быть не 3 тысячи, блядь. Хуёво, хуёво, понимаешь, это хуёво. Лучше какое-то тело взять, кто-нибудь дамажит. Ну ты нужен для контроля. Давай спекайся, похуй. Этот самый... Меня первый раз в луне не законтролили. Это кто говорит? Да как дракон. Почему я умер? Меня не законтролили в луне. Я видел, этот самый... Эй, блядь, что за хуйня? Ты духа хлопнул, упал весь рейд сразу за тебя, блядь. Как духи работают, напомню, нахуй. Духи появляются каждые 10 секунд из леди. Объясняю. Вот, допустим, если леди вот тут в центре стоит, дух. Дух из нее летит. Сначала показывает такой полосочкой фиолетовой, блядь, розовенькой. Она сначала летит, эта полосочка, из головы леди и летит в точку, куда в рандомную на этой площадке. Вот, в 10 метров от случайного игрока, блядь. Два духа, блядь, две точки, две полосочки, блядь. Эта хуйня летит в воздухе секунду, это раз.
Второе, блядь, эта хуйня, когда приземляется, она еще стоит секунду, это два, это уже две секунды. Потом оно идет 5 секунд за случайным игроком в рейде, за случайным, блядь. Может быть ближайшим для себя, может ближайшим для себя в 15 метрах. Вот выбирает случайного, идет за ним, блядь. Что вам надо делать? Ваша тактика здесь. Как только вылетают следи духи, еще до того, как они пролетели секунду, простояли секунду, вы уже начинаете бежать, нахуй. И как только вы увидели, что вокруг вас в 30 метрах нету духов, тогда можете побить, поконтролить, поделать что-то. Но если вы, сука, вот так вот в такой близости, как вот дух, допустим, в кружке, и я такой стою, вы съебываетесь, блядь. Съебываетесь. Без всяких вопросов, без разговоров, блядь. Перед контролем вы съебываетесь. Милики из-под милизоны съебывайтесь, чтобы вас там не разъебали, блядь. Вары съебывайтесь, чтобы вы не разъебали никого, блядь. Вы это должны понимать, блядь. Если вы это не будете отслеживать, я охуею вам каждому произнести, что делать. Я не буду, не смогу вас каждого за ручку провести. И так дохуя чего говоришь, блядь. Очень просто. Не забывай. Этот, хилы, пожалуйста, хильте танка, который на треше стоит. Я 7 секунд стоял без хилая, блядь. И полтинник отдал, и ключ, блядь, и ревностный. Нахуй. Кстати говоря, насчет танков, нахуй. Вот, когда наступает фаза, босс двигается, две частицы свои, два хулипала, блядь, алло, привет. Первый раз на боссе, две частицы вы перевешиваете на офф танка, который держит только трэш. Это у нас огнестойкий. Два ДК, они никак не сдохнут на леди, они никак вообще не сдохнут. Косты, во-первых, сбиваются, во-вторых, зеленка поглощает полностью стрелу 50 тысяч от льда. Вот. Я просто смотрю, где-то его свои 7 секунд без хила стоял. Две частицы, еще раз, два хулипала, напомню, на, когда босс начинает двигаться, перекидываются на огнестойкого, и он должен не сдохнуть вообще ни при каких обстоятельствах. По нему дамаг прилично проходит. Вот, блин. Паладин со второй аурой включи от тьмы, пожалуйста. Спасибо. Баф не баф, или это за тьмы? Ну хорошо, все, давайте проверка. СС, сколько СС КД? Короче, как от КДшится там в бою, или где повешаете заново, на кого вешали. Так, там все готовы были, нет? Она, короче, дает что-то. Почему вы пулите раньше? У вас отчет не видно, блять, я не понимаю. Выкрикни на ХП, пожалуйста. Пидорас какой-то опять спулил, блядь. Будем ебать за это, блядь. Это вообще не дело, нахуй. Какой-то фростмаг хочет по жопе, да? Трэш готовимся, трэш вышел, бьем трэш. Контроль секунда. Значит, это выйдет трэш, еще 3 секунды по боссу поиграем. Потом трэш свищем. После этого трэша сейчас будем босса переводить уже. Служи вышли. Трэш играем, все, там 3 ляма должны успеть перевести. Контроль, значит, 5 секунд. Контроль даем. Фул по боссу. Переводим. Угу. Так. По боссу стопнули. Трэш вышел. Повернулись на кружок. Весь рейд, все РДД, блядь, зергаем это говно. Быстро, быстро, быстро. Вот. Все. Значит, мастер незыбко. Все зависли? Это... Да. Работаем. Духи. В центре духи бежим.
Бежим, двигаемся, сука, лучше двигайтесь. Контроль. Казик. Бежим, в центре дух, в ромбике дух. В этой звезде. Ну, уебок, блять. Второй и первый, блять, дауны какие-то хлопают. Сука, еще не пишет, нахуй кто хлопает. Ликсу. Ладно, блять. Это синий сейф закидываем. Угу. Два духа мы спасем. Контроль. 3 секунды. Spirits. Контроль смотрим, совы. Быстро законтролили своих. Дух в центре бежим. Ну, чуть не хлопнул. Год, блядь, сдох нахуй. Димык. Так, духи. После духов резай Димикс. Асалин, встань, только не в духов. Вот от духов этих бежим, Эльзона бежим. Асалин, резай Егода быстрее. Ой, блядь. Димикс, Асалин. Ёбаный, запутался нахуй. Ай... Понял, да? Вставай нахуй, щиток ему быстро. Щиток. Духи. Кто там сдох? Хуприз сдох? Трэш в кружке, все повернулись. Далее я туда быстро. Хули, блядь. Быстрее, я дали дух в центре, бежим возле леди, дух, бежим, сука, бежим. Контроль. Не убейте. Димикс, за контроль, все далеко. Все, контроль обновляем. Значит. Играем по леди. Возле леди, дух, бежим. Так, значит. Трэш повернулись все, бьем. Нарчил, Чузару, Ресей. Этот, бами, через 7 секунд массакру. Прожмешь, просто неизыбки. Дух в леди, побежали, в центре два духа съебались, те оттуда быстро. Ну, сука! Блять, почему вы такие... Я не знаю, нахуй, почему такое IQ маленькое? Побежим, постоянно бежим, ну, сука, двигайтесь, бегайте, мы так не убьем. Часар опять сдохла. Похуй, 2 БР оставляем. Есть сейф. Давай сейф. Сейф по откату. Просто жмите уже все. Дали 11, все дальше подкатывает. Это заебись помогает. Пускай лежит. Работаем так, 4 хила. На ассисте играем, там, блять, Миралиса, себя хилим, блять, совы, себя хилим, дубовки жмем. В центре дух побежали. Трэш убили. Дисплей, проклятие с Шалиной, блядь. Контроль. Димир Алиса. Я законтролил печеньку, трусы далеко. Ну да, меня тоже далеко, блядь. Ассалин, блядь. Сейчас его контролю. А все уже вышло. Бежим, духи. Дубовки, все, пока дожмем, без вопросов. Хиливаемся. Spirits. Духи. С лестницы два духа бежит. Трэш звезду повернули, все РДД, фулл ДПС дали. Spirits. И контроль 7 секунд. Дух в этой... Бежим нахуй. Да ёбаный, ну нахуй ты не бежишь-то от него. Чё ты, блядь, за крюки делаешь? Spirits. Сука, кто это, блядь? Блядь, дебил, блядь. Хилим быстренько реет, блядь. Шалину переконтрольте. Значит, Spirits. Эли, значит, Эли, Айгода. Я буду Казика резать. Где ты, Казик, блядь, не знаю, вижу. Бьем леди. На ту сторону идем. Духи в той стороне. В кружке духи. Сдайте мой сейф сейчас. Да. Кривая геодата, блядь. Вставай, щиток. Лапку дал. Духи, просто бегите. Если не знаете, где они, просто ебаный в рот бегите, блядь. Кружок повернулись, все трэш еще бьем. Этот. После этого трэша будем босса добивать. Не хлопните ебаных духов. Контроль, быстро, все дали контроль. Ёбки, блять. Хлопать духов, это пиздец, блять. Трэш добили, ну не хлопай, ебаный ты в рот. Добили 2 моба этих, повернулись. Милики добейте, РД уже босса играем. Все, босса подведи поближе к этой кружку. Сюда ведите. И тут добиваем. Духи бегите. 2 ляма добиваем. Дух в кружке бежим. И в центре один. По съебам. Трэш уже не бьем. Блять, генераты пиздец. Я хуею, блять.
Сука, отвечаю, почему мне еще не пишет, кто хлопает? Вы зеленое говно вот не видите на экране? Там пишет, кто хлопает. Да вот там пишет, там на что-то, у меня что-то... А, нахуй, сейчас подожди, блядь, я прикручу чай. Ты в рейд посади просто. Не буду палить. У меня прокатив... Все, пизду, тихо, потом попиздим. Сейчас я, блядь, пропизжусь. Вот нахуй, духа не... Я просто ваши ники назову, чтобы вы запомнили. Вот чумовая, когда взорвал ты его? Помнишь? Чего, блядь? Ну, у меня пишет, ты взорвал. Лексион, Дракон, Миралиса, Викойл, Нарту, вот сколько. А может быть, да, блядь. Я взорвал тогда, когда танки остановили босса там на несколько секунд, что он остановился, и я нихуя не видел, типа там прямо в боссе появился дух, и, блядь, я ебал. Так, и еще кое-что скажу. В чат и не в ПМ, и не в Диси, и вообще нигде никакую залупу никто друг на друга не пишет. Сейчас я буду, блядь, на вас говорить, нахуй. Упали, блядь, значит, уёбки, нахуй. Духа хлопнул. Извини, конечно. Я, конечно, словила одного духа, да, но меня прям максимально подло застанили. То есть, когда я от него убегала, меня прискинули. Бывает такое, я ничего не говорю. Я же не могу каждый, блядь, миллисекунду увидеть, что с кем было, блядь. Я же не какой-то там доктор Стрэндж, блядь, который все варианты знает, блядь. Это самое, все, теперь по луту быстренько. Палку кто собирает? ВХ? У меня же есть такая хуйня, матерасу. Я собираю. Кто это сказал? Миралиса. У тебя есть она. Ну, ты вообще собираешь, да? Да. Вот я что, я захожу на шито на локу, да? Да, заходи. Этот самый... Я про посох вот этот ебаный с леди выпал. Вот жмёт Аматерасу, Димикс тебе рано. Вот сколько тоже рано после Аматерасу. Аматерасу лутаешь, короче. Если никому не нужно из ДДшеров, я как такой офф ДД... Если никому не потом, нужно. Потом пару недель еще будет, да, вот они уже будут как мусор, уже будем пугам продавать. Это самое. И кстати, насчет продажи на будущее, значит, такая хуйня действует. 50% вам с продажи. То есть вы ищете покупателя, если мы доживем до этого. 50% голды вы забираете, 50% закидываете мне в ГБ. Вот, то есть, если вы дошли, допустим, там челика на 100 тысяч, он что-нибудь купил, шмотку там, ну или тоже палку за 100 тысяч, да, или за 50 тысяч. Вот половина вам, половина мне. Вот, только покупателя ищите. Вот, договаривайтесь с ним, полностью с ним сюсюкайтесь. Значит, тапки и ПГП. Куплю щит с кровавой. Тапки Лексион. Гильдия ничего не покупает. Гильдия только продает. Штаны. Стей, накручивайте. Штаны кому надо, вот эти вот. Крит РП. Быстренько идем там, бьем бобов с флагами. Так, нет, ни хантов, никого. Ни шаманов. Распыл у кого есть? У меня у бана есть распыл. Тебе закидываю. И вот это санина. Скорость, меткость, плечи. Надо кому-то. ПВП там бесплатно, там нажимайте консул кнопку. Я дону поставлю. Можно паролу? Кому? Шалина. Блин, да забирай. Ты девочка, тебе в первую очередь будет отдаваться. Замечательно, буду почаще просить. Да, не стесняйся. Так. Нихуя кто-то потек, блядь, сейчас. Так а чё, я назад прыгаю или что, или где? Так, давайте теперь это самое, значит, синий это пушистый. Так, назад кто, Марук? Да. Так, кого мы брали тут? Кто почилить хочет? Есть там? Или я сам подумаю, кто лоу ДПС на сурке, чтобы нормально было? Кто почилить хочет? Гнестойка девочка, нихуя. Да, я девочка. А мы тут все девочки, получается. Так. Да, ты чё думал, блядь? Пруфы, нам нужны пруфы. Только после операции. Так, давай решим это самое. Вопрос важный. Нужно Марука в рейд взять, он танчить будет. Блять, мы что, в два протовара пойдем, что ли? Подожди-ка. Можем, да, так? Чего, два протовара? А, ну. Ты можешь да. Синего. А сзади моба одного забыли, ребят. Верните сзади моб. Сзади моб, вернитесь, убейте. Это. Кто там это почилить хочет, бля? Есть такие? Какой-нибудь этот... Ну, я на Локи могу почилить. Дракон можешь почилить? Не, это Локи, я хочу ДПС посмотреть. Дракон может почилишь, да? Дракон. Давай дракон почилит, мы рука берем. Вот дракон почилит. Все, вы все уже не можете. Все, теперь так идем. Ну, в принципе, жуки... Можно почилить? Че? Пушки можно почилить, Аматерасу? Сейчас я скажу, кто в пушке будет сидеть, блядь. В пушке, значит, пойдет. В
танках, значит... Хух, ты в DC там зашел, нет? Короче, в танках давай два вара. На нашем корабле Марук. Асалин на нашем корабле тоже и огнестойкий. Асалин, Марук и огнестойкий на нашем корабле. Остальные все туда будете летать. Алексион, будешь летать, танчить на этой на доске этого дурака. Вот. В пушке, значит, пойдут. Первое. Ну давай, Миралиса. Потом... ДПС в пушку. Так, Эля, Димикс и ну давай Шалина. Надеюсь, все, кого, как, те, кого назвал, вы это самое знаете, да, что делать в пушке? Один-один. Ну, я не возмущал, но попробую. Ладно, вот сколько вместо Шалины тогда? Этот будет не в ДД, да, спекаться? Да, да, в ДД спекаться. Там два портовара, ну, я думаю, должны затанчить. Ну, два мага, наверное, да и улетишь там или два, или три. Ну, два мага, в принципе, чтобы рисковать. Два раза поулетаешь, скинешь стаки, у Мародина и это. Ранцы одеваем. У меня на огнестойка в танке у нас подержится. Ты в ретрике. Ты в ретрике пока. Пусть два портовара потанчит. Сурка тоже потанчит. Так, вот рыба, если кому надо, хавайте. Слав, меня слышно? А. Ну так вот, я тебе хочу сказать, почему я сдохла. Потому что меня вообще никто не хилил, когда я меня рискнули. Я понял. Меня кинулась ложа моментально, я из нее выбегала. И ни один хил не соизволил меня прохилить. Хорошо. Ты, товарищи. Девочкам все прощается. Первые 10 раз. Да бывает тут, ну, боссы достаточно трудные. Марук, ты где там? Дракон, ты же вышел, да? С этого? Ну. Блять, вовремя отходим, пиздец. Вот это самая хуйня, вот это АФК, это... Ну-ка, в пушке не сидел, пишет. Можно я сяду? Я сидел, все знаю. Кто ты? Аматерасу. Все же садись вместо скуки. Все, Вар, тут. Этот самый, ты на нашем танчишь, с тобой огнестойкие соли, на остальные все туда. Все, это самое. Если все запускаю этого дурака. Погнали. Дальше проще. Приступ, дайте, пожалуйста. Приятного аппетита. Шибам. А некоторые девочки любят пожестче. Я понял. Ну, короче, буду порку устраивать после рейда, там заходить. В тайную комнату вас позову, короче, кто хочет там пожестче. Только они тебя там помурлыкали? Да. Ну или покрякали там что-нибудь. Слава будет мурлыкать, а они нет. А кулак повара можно еще? Я бы даже сказал, нужно. Три паладина, должны все бафы быть. Накрепляют тяжело баф. Напомню тактику, пацаны. Вот на противоположном борте корабля, который вот мы подлетели, там дружинички такие выйдут, вот их надо шотать. Просто вот они уже, видите, распределяются. Тут же шотаем их. А кто там Мародина держит? Иксион. Иксион. Отлично. Сейчас я на меточку дам. Ранец должен быть на удобной кнопке у всех. Чтобы вы могли... Если что, вас скинуло взрывом вот такой хуйни. Чтобы вы могли вернуться. Ну вот как я сейчас чуть не сдох, да? Все видели? Ну да, было красиво. Ну, вот видишь, блядь. Вот это я не хочу умирать, ГП получать. Ну, так что делайте так же. Это был гайд. Ну, сука, я его вырежу, блядь. Гайд запишу, блядь. А то бывают и на корабле вайпы. Как бы босс-то простой, можно пиздеть тут, но надо делать дело. То есть мобы вот вышли, ружейники. Мага убили, ружейника бьем. Тетонки, ружейника в приоритете бьем, потому что они расстреливают, щитки сносят. Иксион, что там по стакам у тебя? Где он там, этот петух? Это девочка вообще-то, так кто? Так он про босса. Подумали, что Иксион петухом назвал, что? Короче, после этого мага улетаем. Вот. Колдуна зергаем и улетаем, скидываем стаки на себя. Видишь, Влад, до чего ты людей довел? Вообще. Ты не такой бывает. Быстренько зергаем и улетаем.
Можете еще вон задотать. Хотя бы два челика вот этих убейте, оружейника. Они там лоу хпшные, чисто задотать. Опа, Алексион умерла. Улетаем, улетаем, улетаем нахуй быстрее. Значит, сейчас, короче, попробую дать тебе БР. Блять, далеко. Ладно, этот самый, ну-ка. Летел или чё? Сейчас подожди. Ёбаный в рот, блять. Подожди, может, дотянусь. Не дотягиваюсь. Надо, чтобы кто-то его стунтил на время. Но он скинул стаки. Короче, я быстро тебя ресаю. Ресайся, Алексион. И хилим ее. Хилим, забираем его. Забирай босса, забирай босса. Забираем Рудина. Забирай, забирай. Алексион, где ты? Вот. Все. Пиздец, скринж нахуй. Ой, блядь. А че вы, ну, как вы хэпалы? Вы спамить должны. Почему танка-то проебать? Спамили и шотнуло. Так, Алексион, где ты находишься вообще? А крайне правую пушку подмените. Танки у вас есть? Ой, блядь, хилы, у вас есть ранец, что вы тут сами находитесь на корабле? Ну, да, я на корабле. Я просто обычно танчу на этой. Так, ну вот тебе лапка. Хуй знает, дайте каску по Алексиону еще. И пристабав еще можно, чтобы кто-то прожал. Ну и одновременно все бьем мобов. Алексион, что там у тебя? 24 стака, должно быть. Да это не профил был. Да там пиздец, бьет дохуя. Хилим. Не, там 2 секунды не прохилено было. Бьет, блядь, ну понятно, за 2 ударов. Секунды не отхилено. Мага убиваем и улетаем. Блять. Я не знаю, я ее на советствию хилю, блять. Не хватает хила. Присты, потому что на том корабле все чилят. Улетаем. Улетели, Алексион, улетай. Не, хуйня нахуй. Товары моча, блять. Давай я туда запрыгну. Да хули толку, блять. Какая хуй разница, блять. Ну может что-то не то по статам там. Не знаю. Да просто я тебе объясняю, вот. Присты они тоже должны страховать. Читком, исповеди, всей полной залупы. Они двое тут пристов, паладины там. Как присты отсюда будут хилить? Никак, нахуй. Че, ранцы есть присты у вас? Я уверен, что нету, нахуй. Все, лети. Алексион, лети туда. Нам надо маг лететь бить. Летим, бьем. Ебать, таких кораблей мне еще в жизни не было, блять. Организовано. Да, хуево организовано. Чумовая, ты летал на этот корабль? Хилишь Алексион? Это главная цель рейда, которую надо хилить. Щитки вообще пол. Пускай все сдохнут эти щитков, блять. Вот мы оружейника, видишь, убиваем. Да хули, блять. Че там? Хэпал сдох. Как дела? Почему ты сдох? А, потому что близко подошел. Кому нахуй? К Алексею. И Мародин не поднул, пизды не дал. Пиздец, блядь. Смотри, там охота на хилов просто, блядь, началась. Я вообще охуел. Это хуйня, а не игра, блядь. Это хуйня какая-то, блядь. Вы думаете, кто-то вывезет там два хила, блядь, захилит? Ну видите, это портовар, блядь. У него не редусного нихуя. Его пробивает, блядь, босс с двух тычек, там пиздец. Да что-то сильно не должно так бить его. Хуйня какая-то была, короче. Может, не фласки нету? Фласки никакой у тебя не выпито вообще. Почему? Где фласка на хп какая-нибудь? Че у тебя там забито? 30 мастерства. 30 крита. Блять, ты понимаешь, вот я пришел, ты посмотри, где я, блять. И как бы я постарался, но не очень удобно. Это да нет, фласка-то у меня есть. Короче, там есть фласка. Короче, кто тебя учил про товары собирать? Вот это крит, вот эти блокирования, вся эта хуйня. ХП мало. Ну, в принципе, я могу, конечно, перебиться в фулл ХП, правда, агрогенерация будет ужасная. Ладно. Я тебе так скажу, агрогенерация в протоваре 4-4 это офф-танк. Вот без вот этих всех камней засанных можно с двумя напулами спокойно МТ-шить рейд, кроме леди. Леди никак-то не замтешь, она не таунтится. Не, агро не наберешь, потому что она тебя не бьет физуха, и она бьет только костами. Вот. Короче, ладно, об этом потом. Сколько казик тебе осколков осталось? Один. Потом... Один? Ну, ГЦ получается. Это последний был. ГЦ получается. Так, вот это санина на распыл. Если надо, убами заберете. Почему? Я возьму. Амрук? Давай. Так. Два тапка. На сове долго носил их. Кому надо там DMX или на сове носил. Ну я бы взял, конечно. Чё тыкать? Так, ну чё-нибудь тыкай.
На арте есть еще такая хуйня? Вот или можете два дать? А у на арте все. У кого-нибудь из друидов. Ну теперь как мы на леди будем с вами? Ну на этом. У нас дохуя хилов. В ДПС будет упираться все, если мы не будем бить трэш. Я могу спекнуться. Да, ты спекнешься, Лучезара у ДСшника, лучше Холик не сыграет здесь. Вот, меняйтесь, значит, хотя бы одного хила берем. Плюс у нас слабые ДД Димикс или вот вместо них, ну, либо вас супер как-то апать быстро надо, быстро решать это. Димикс, помнишь? С совой, что-то делать там, что у тебя там, сколько кусков? Три. Ну вот надо четвертый, и уже у тебя пойдет дамаг получше. Ну ничего, потерпим немножко. Хазик, ты где? А, ты шим делаешь? ГЦ, блядь. Ставлю рыбу. Хаваем. Фаски, припоты, все это раздупляем. Значит, танчат Лексион Марук. Два роги. Кто первый с вас? Кто будет с агрегенерацией? Я первый. Марук, да, первый? Пикните шкаф. Ну, уже поздно, я уже самолет. А что там в этом, в Т4, я что-то не помню, тоже от показателя что-то зависит? Там будто хуйню ввели вот этого Даргрома, там что-то от показателя завязали, да? Да, да. Да, ХП и агро. А ХП именно от показателя зависит тоже, или от чего? От показателя, да? Ну, да, да. Поэтому типа сейчас так собираются блокировать щитом и стамином. Типа так 58, громом топнешь, будет там 75 где-то. Ну, я тогда, значит, лох, нахуй, не понимаю. Я просто, видишь, немножко по-другому. Да, блять, пробивает пиздец, конечно. Показатель сам, ну хули, ХП мало. Сколько оно там добавляет? Не, да там что-то не так. Меня нормально, ну, так не пробивает. Если я треньку меняю, у меня получается 42 тысячи брони, и, ну, меня он не бьет так сильно. А что тут? Так, проверка. Блядь, где там огнежок? Они стойкие. Захожу, значит, цена там вообще пиздец какой-то ебать. Так, ты шеем что, забил там камни всю хуйню? Так-то все так. Все, он качано нормально. А глубокие раны вообще нихуя не дают, что их убрали? А у тебя сейчас пояс и шея это специальные, так? У кого? У меня у Войда. У Протовара. А, НДДшный просто. А, это не про меня. Ну, крит, может, меткость, хуй знает. Странно, конечно. Но... Ну, в РБК это даст большой прирост. Ну, здесь... Ну, я сейчас как раз думаю вон сменить, правда, по поясу я не помню, есть ли у меня прям... Танковский нет, а танковский у тебя получается, брони. У тебя нету, получается, смотрю. У тебя сколько получается защиты? Давайте потом сейчас это защиты? Ну, 500 хотя бы есть? 540. 583 на данный момент. Сколько еще раз? 583. Тут на Сирусе надо побольше бы чуть. Сколько инфа где? 540 капли рейдов. Где инфа? Можно рибас, пожалуйста. Иди стойки, готов? Все готовы. Да, я только прогрузился. Запустил босса. Смотрите, самое основное это убить трэш. Вот там что-то сделали, что физуроном стал бить, который генерирует броню вот это вот кипящая кровь. Я раньше пиздец хуй наберешь, что вас. Не знаю, нахуй где встать. Как фулл РДД рейд, что ты хочешь-то? Ну да, натуре, блядь. С кем это я стою? Вот, со мной не стоишь. Я буду с тобой стоять, мы с тобой сдохнем, нахуй. Если на меня трэш пойдет, ты его убьешь, блядь. Если на тебя пойдет, я его убью, блядь. Так. Заебись, план. Где ваша любимая фраза, идущая на смерть? Приветствую. В общем, стараемся. Чем быстрее убьем трэш, тем быстрее будем бить босса. И тем, ну, тем меньше вероятность вайпа. Этот, инха там нету, ну, давайте смотрим, и ДПС заодно посмотрим. Почему, я надеюсь, ты 18 дашь? Или еще не можешь? Значит, на пулы на Марука, если никто забыл, он первый начинает. Ну я типа, может быть, дам 16, блядь. В конце, блядь. Так, до пула 5 секунд готовимся.
завис. Ну да, была такая херня, я думал, мне, наверное. А чего ты не забрала? Таунт есть там? Димык срез и казика. Трэш фул дамаг. Хэпала убила. Дамажим, дамажим, мобо, блять, дамажим. Ебать. РДД, падаем. Прыгайте вниз с платформы, нахуй. Стоп, дамаг, стоп, танки, бежим с боссом, прыгаем вниз. Танки, бежим с боссом, прыгаем вниз. Войд, замени меня, пожалуйста, на Айнет вообще пиздец, вообще не приближаюсь. Кто это? Одни стойки. Хуёво. Замена есть там какая-то в DC? Друга на месте. Кто? Друга на месте. Дракона надо брать. Ну давай, дракон. Прыгните вниз быстрее, блять. Быстрее, ёбаный в рот, блять. Быстрее, быстрее, Лексион, где? Умирайте. Где вы? Вот, вроде бежит и войдется. Все, заходим в инст, телепортируемся. Сейчас босс будет пулиться с тычки. Тебе надо было на руне крови забрать. Дракон, заходи. Да, захожу сейчас. Че там, тактику танк не знаю или что, блядь? Короче, что я вам хочу сказать? Сейчас я буду вас учить играть, нахуй. Поехали, значит. Лексион в ДД. Теперь я смотрю урон по трэшу, нахуй. И готовьтесь, нахуй. Год 0, нахуй. ГП, нахуй. Просто, блядь, сходу, нахуй. Где ты там? На, нахуй. Кукмастер. 28 тысяч. Это что за хуйня? ГП, нахуй. Аматерасу 47. Это что? Шалина 0. Лагаешь? Да, да. Лагаешь, на это будем всегда списывать, да? Как ты вообще давай? У меня только 3 дня. Ничего не понял. Ты всегда будешь лагать? В трэш 0 у тебя? 3 дня я только лагаю. А 3 не лагаешь. 3 лагаешь, 3 не лагаешь. Я просто не знаю особенностей. Хуй с ним, ладно, пропустим. На матерасу 47 тысяч. Ну, допустим, старалась. 3 балла 0. Почему? Объяснение где? Значит, я буду в танке сейчас. Сейчас дополнительно, значит, роги с пула один раз на меня даете. И остальные все на пулы даете на трэш. Появляется трэш, и можете давать в меня. Не обязательно в это мрука. Даете на трэш. Убираете моба, бьете, чтобы он напулился на меня. Одного, второго. Дальше. Сейчас еще дракон будет напуливать. Трибал, что, почему ноль? Так, пул по говну. Хорошо, допустим, блять. Типа сейчас не будет, да, такого на следующем трае? Будет дамаг. РДД рейд. Я хочу добиться, чтобы вы понимали, зачем, как играть-то нам, ёбаный в рот. Миралис 42 тысячи. Экстензион. В чем дело? Тактики ты знаешь? Это что у тебя за тактика? Трэш не бить? Кто его будет бить, сука? Я нахуй? Пришли сюда, блядь. Койл, молодец. Вот Койл, блядь, чтоб у всех столько, сколько у него было, блядь. Похуй, какой там спек у вас. Трэш надо бить, нахуй. У нас миликов один казик, нахуй. Он сдох, нахуй. Его трэш захуярил. Или кто там? Или босс, блядь. Вот у меня трэш. 150. Это с одной пачки, блядь. Ассалин, смотрим. Ноль, нахуй. Сходу объясни мне, блядь, почему так? Он завис, блядь, на фулбой. Практически. Хорошо, ну своим я въебал, нахуй. Этот Айгот, Хукмастер, имейте в виду, нахуй. Еще раз такое повторится, блядь, еще ГП словите. И вообще я распущу сразу рейд, нахуй. Имейте в виду, блядь. Я ебал на такое смотреть, нахуй. Я вам объяснял, нахуй, в прошлый раз это. В трэш играют все, блядь. Халокет тоже завис. Что еще придумаете, блядь? Ну, еще было прикольно. Вот у меня депо сейчас 10 тысяч, я бегал за мобом, пытался кастануть. Я видел, что было, нахуй. Сейчас он не кастовался тупо. Это понятно, ладно, хорошо. Вот, чумовая красавчик. Вот скуга красавчик. Элли красавчик. Ну, казик там сдох, нахуй, от сурка. Димикс красавчик, нахуй. Хоть играют, блядь, трэш. Все, кого назвал, блядь, ну, имейте в виду. Сейчас я посмотрю этот пул. Не дай бог, какая залупа с трэшем будет. Дракон,
Если я буду бить трэш, то будет 13 тысяч ДПС. Мне похуй, мне похуй. Что, тогда без проблем. Персонально, персонально каждого называю ник. Три роги, дракон, ассалин, эйгот. Ваша тактика, нахуй, на этого босса объясняю. Происходит пул, напуливаем на воида, блять. Дальше не напуливаем и ждем, пока выходит трэш. Появляется трэш, выбираем себе по мобику и напуливаем на воида, блять. И только по трэш даем на пол. И бьем трэш, нахуй. Не одну автоатаку дали, а бьем его, пока он не сдохнет, нахуй. Если... Только если дебаф будет, не бейте, пожалуйста, а то сдохнете быстро. Если после напула у вас этот... Ну, вы сгенерировали агрон на мобе, и он вас бьет. И узаем исчезновение, либо ускользание, нахуй. Это понятно. Казик, ну, смотри, это... Ну, в принципе, ты с меня не сорвешь, я соспекнусь там. Так. Персонально все 4-5 локов бьем. Все шипы бьем. Халукет бьешь. Миралиса бьешь. Ну, чумовая бьет. Все, вроде всех назвал, блядь. Ставлю рыбу. Играем, чтобы... Ну, надо убить босса. Я не хочу падать на нем, на этом ебаном говне, блядь. Пожалейте сами себя, блядь. Другого вам никто не скажет, я не знаю, блядь. Один человек трэш за вас не убьет. Имейте в виду, блядь. Кукмастер, ты тут, в Диси? Айгот. Братан, бьешь трэш? Айгот. Ладно. Айгот, бьешь трэш, услышал? Я, блядь, вас на видео записываю, имейте в виду, блядь. Все, значит, проверка. Кулак варом. Паладины, кто кулак бафает? Почему такая ебань, блять? Почему я слышу спам вот этот? Как, кто был на этом ретрике? Огнестойка, наверное. Сейчас гайд огнестойкий был. Значит, кто с вас каски теперь бафает? Один каски, другой кулаки кресты. Я кулак бросил, все нормально. Все, давайте. Значит, проверка завершена. Сейчас я подойду, стану аккуратненько с боссом. И буду давать отчет. Так. Готовимся. Почему не опять не у всех паладинов стоит ебаный бари пауэр? Все, потом даю отчет. 5, 4, готовимся. 3, 2, 1. Че, блять, в жопе шило или че? Пуляет танками. Где руна мажем? Дилку лучше всего на меня дай. Меня будет босс бить. Можешь хоть потаунчить мобов. Так. Руну там, да, было? Или не было еще? Была. А, все. ДБМ показал. Да, блядь, подвис. Вот одного забрал. Бьем РДД. Бьем без всяких вопросов. Убили. Вот, пойдет. Руна. Угу. 2 камера, блядь. Все, вот это более-менее. И следующий, весь трэш всегда так же играем активно. Потому что он вырастет и будет шотать. Так, трэш секунда. Трэш. Так, руна есть. Ой, трэш, 2 секунды, готовимся. Two,
Блять. Телепорты ставьте, там юзайте что-то, чтобы спастись. Охота им там хилы хорошенько вот скуку, а матерасу. Трэш 2 секунды. Фу, по трэшу. Трэш секунда. Фу, по трэшу. Быстрее, быстрее добиваем, пока он, блядь, ага. Т4 есть, да? Сейчас нету, нахуй. Блять, да ебаный в рот, нахуй. Кризать массакру. Трэш играем. Кризать массакру срочно. Бабл можешь отдать. Давай бами массакру. Шалина, приготовься гимн ХП читать. Готовься, читай гимн ХП, читай. Нет маны вообще. А, нет маны. Сосредоточие вкачаем в ветке ДЦ. Будет мана навсегда, всегда на эту хуйню. Обязательно, обязательный талант. Сосредоточие, как там называется? Сосредоточие, ну короче, блядь. Чем это, блядь. Волю заберу на мишку, нахуй. Никто не против? Хох. Мечтал всю жизнь. Так, сейчас осколок поревит, правильно, я думаю, да? Второй. Да. Так. Курну пока. Секунду. Так. Значит, покоритель. Кому надо в виде. Так. Так, да, подумаем. Дракон. Ассалин, так. Ассалин, у тебя сколько 71-х? У вас вообще ни одного нету, ни у кого? Ну, нормально, да тут хули видно было. Вдруг он у тебя тоже нету 71-х. Так, Халкит опять золото потерпишь, наверное, да? Немножечко. Коллапнуть нахуй. Ассалина. Второй по ДПСу. Ну одну закинем, хули. Подойдешь ко мне, этот ГБ поставишь, тебе ДС дам, три штуки. Так, Ассалин. ТНДС. Смотрите, если кому-то голова... Ну это рано еще, блять, пока не фармим. Пока на ДС буду забирать. Так, теперь воля. Кому на нормальный ап? Тут есть такие. Консул.
Никому не надо, что ли? Значит, Ксион. Апнуть ДДшника тебе. Ну, нормально апнет даже, варм. Ну, это вроде на них одна из топовых трений. Лексион. Так, кроме Лексион жмет дракон. На рогу на какой спек найдем? До комбат? Вы мутики, да? Значит, не в курю. А комбат вообще, я хз, чем на ее не ролит. Ему не надо. Я мидскрикнул, не надо. Угу. Да вы потом лутанете нахуй. То, что я, блядь, на первом пуле увидел, это пиздец. Слушай, Алексион, ну я не знаю, тебе надо это сильно? Я думаю, просто пиздить, может быть. А кто как альтернатива? Ну тут альтернатива, ну я не знаю. Алексион, если в ДД продолжать играть. Ты не против, если я спизжу? Волю. А, нихуя, Димикс, еще тут экрана. Надо отойти здесь. И вам. Алексион, не против, если я спизжу ее? В зависимости, зависит от того, как часто ты планируешь ее использовать как ДД, я бы так сказал. Да частенько пускай берет. Я подожду, как всегда. А мне все равно, блять, в этой жизни одно удовольствие попиздеть на вас. Этот самый... Димикс ушел на замене, сказал. Получается, что? Получается, Димикс ушел. И кто на замене там? Жуки Грут нету в игре? Грут есть. Ну давай заходи, тут ушел челик. Так, пошли чумку. Че у нас?